Здравствуйте, с вами Дайна Байкова. И сегодня этот видеоролик я буду записать для своих партнеров Infini и партнеров команды Прорыв. У нас Infini открылся новый офис и появились новые функции. Сейчас я буду вам показать, где что находится и как найти, потому что пока это вся информация без офиса в английском языке. Тогда сейчас я начинаю показать экран и идем на наш офис Infini. Что вам надо в самом начале? В самом начале вам надо смотреть вот здесь, где ваш профиль. Здесь есть... Видна ваша активность и какой пакет вы купили. Но если вы еще не активны, тогда здесь вы можете делать активность. Вот здесь будет, вот примерно мне здесь только апгрейд, я могу делать апгрейд на $150, но вам тогда, если вы еще не партнер и не оплатили, вот здесь вы можете оплатить. Следующее, что у вас здесь можно посмотреть, этот ваш профиль. Нажимаем на профиль и смотрим. Здесь будет ваши детали. Вот примерно здесь вы можете поменять свой пароль с другим паролем, свой email поменять. Здесь ваши персональные данные, там имя, фамилия, адрес и так далее. И вот здесь... Можете свою фотку поставить и потом нажимаем на update. Следующее, что у нас еще там есть, вот этот второй раздел, это settings. Вот здесь тоже мы можем нажимать и посмотреть, что нам на settings. Самое главное, что когда вы начинаете свой бизнес, вам надо знать, на какую ногу вы будете регистрировать своих новых партнеров. Конечно, все знают, что первые два партнера надо поставить одну на левую, одну на правую ногу. Ну а потом, если ваш спонсор синий, он свою ногу строит, тогда вам надо строить только свою внутреннюю ногу. Ну, чтобы вот это настроить, тогда вам надо зайти вот здесь, binary settings, и настроить, вот на какую ногу вам надо ставить новых партнеров, или на right, или на left. Вот здесь можно нажимать, посмотреть, и если вы не настроили, тогда компания автоматом будет вставлять людей ваши, где вам на какую ногу нужно. И потом нажимаете здесь update, и эта нога будет сохраняться, и потом ваши партнеры будут становиться на эту ногу автоматом. Что еще нам здесь видно, это продукты. Вот продукт Prime, это за 50 серч, это за 150 Excel, это уже на $400. Что нам дает Prime? Нажимаем на Prime. Prime у нас здесь есть тренинги. Открываем тренинги по разным темам, там по eBay, там по Amazon, по Bonanza и так далее, но они пока на английском языке, но мы с нетерпением ждем вот этих всех тренингов на русском языке, чтобы мы могли обучаться вот, торговать на эти площадки, как eBay, как Amazon и как Bonanza. Так, идем дальше, продукты. Что нам еще здесь интересует? Это интересует наш Springboard. Вот нажимаем на Springboard, где мы можем, как сказать, делать свои первые шаги. И здесь уже начинать учиться торговать. Сначала вам, конечно, надо первые шаги сделать, чтобы вот здесь эти продукты были открыты, но это... Уже мне отдельные видео уроки, как заполнять там анкету на Springboard и открыть вот этот Springboard. Но если вам уже все открыто, тогда вот надо нажимать на здесь Track Party Products и смотрим, вот здесь открывается нам продукты, которые предлагает нам компания купить, и потом она нам помогает
продавать, но, конечно, на первой странице вам здесь продукта не будет, они уже, наши партнеры, делают резервации, потому что партнерам, как вы знаете, очень много, не только русскоязычной аудитории, но и англоязычной, так что здесь продукты не стоит долго, но еще можно найти вот эти продукты, которые вы хотите там продавать, вот примерно здесь есть 16 и 144 еще остались. Чтобы этих продуктов резервировать, у меня тоже есть отдельный ролик, где я показываю, как это правильно делать. У меня только многим есть вопрос, вот где купить эти кредиты, тогда вот зайдете здесь, buy this продукт. И здесь открывается новая страница, и здесь Get More Credits, вот нажимаем на эту ссылочку, и нам открывается вот новая страница, где мы вводим вот все свои данные, карточки выбираем, вот здесь выбираем кредиты, примерно если на $15, тогда 15 кредит, вводим все свои данные, карточки, и нажимаем, как она кнопочка, пур кассы. Это я по-английски так правильно не умею там, ну, так примерно. Вот и здесь тогда вы уже купили кредиты и можете смотреть мой ролик, как правильно выбрать на Springboard продукты. Следующее, что вам хочу показать, это уже раздел Partners. Partners, потом смотрим раздел Reports. Income Start, здесь пока у нас ничего не открывается, тогда смотрим следующий бинар. Бинар EVM, смотрим здесь откроется вот наш бинар. И чтобы, как прежде, мы привыкли, если хотим там через офис отправить приглашение нашему новому партнеру, тогда нам надо выбрать одну или вторую ногу, где мы будем ставить своего нового партнера. Если нажимаем на left, тогда открывается последний партнер, который зарегистрирован на этой ноге. Вот примерно нажимаем здесь на free и можем отправить вот эту приглашение, там надо только партнера, имя, фамилия, email на Gmail, чтобы был и username или логин, который новый партнер хочет выбрать, и потом нажимаем send invitation, это означает, что мы отправляем приглашение, но сейчас не будем отправлять, так что я закрываю. Если на вторую ногу, тогда нажимаем здесь на right. Вот и открывается второе, так надо смотреть, чтобы был по крайним, чтобы мы какого-то партнера не зарегистрировали на, как сказать, внутренней ноге. Потому что в эту вам лучше все-таки настроить вот эту автоматическую ноги, тогда вам не надо будет думать, правильно или неправильно вы там поставили своих партнеров. Если хотите свою структуру посмотреть, так здесь открываем вот третий выбор, открывается оба нога, и тогда можем идти вот по этим ногам и смотреть, как наши партнеры здесь зарегистрированы. Если вторую ногу, тогда вот нажимаем здесь, и тоже по краю смотрим, вот как где наши партнеры находятся. Еще здесь видно персональные зарегистрированные партнеры, здесь видно, кто оплатил, кто не оплатил, кто активный, кто не активный. Кто не активный, кто только $10 оплатил, и кто оплатил отправ, если оплатил за 50, тогда здесь все видно, что человек оплатил прайм. Если он не активный, вот как здесь видно, тогда он не активный, вот только непонятно, почему занял место, а потом не работает. Вот примерно то же самое, вторая страница, вот здесь тоже видно, активный, неактивный. Вот. Так, идем дальше. Дальше мы можем посмотреть и вторую линию. Вот здесь вторая линия открывается. Потом третья линия, нажимаем на show, мы можем посмотреть и так далее. Четвертая, пятая и так дальше.
Так, что мы еще можем посмотреть? Это идем обратно на Partners Binary, Binary Report. Что мы видим на Binary Report? На Binary Report мы видим, это прошлый месяц, там оба нога, как, ну, как люди зарегистрировались, там, ну, там не только ваши персональные, но там и те, которые вам попали от вышестоящих спонсоров. Но здесь вы можете эту, ну, общую видеть, сколько очки вам на одной ноге и сколько очки вам есть на второй ноге. Но только это, как я сказал, этот прошлый год или прошлый месяц, вот видно, что здесь 2015. Если вы будете искать 2016, пока этого здесь нету. Если сейчас будет февраль месяц, тогда я думаю, что здесь будет виден январь месяц. Но пока вот здесь только декабрь месяц. Так, идем дальше. Partners мы посмотрели. Reports. Так. Сейчас вот нажимаем на Promotion Links и Link at Media. Вот здесь это самое, как сказать, главное. Главное, где вы можете найти вот этот свой партнерский линк. Вот здесь вы можете этот партнерский линк скопировать. Вот примерно открывается на новом окне. И этот линк вы даете своим новым партнерам. Мне интересно, почему у меня здесь сейчас так не открывается у нас партнерская ссылка почему-то. А, наверное, что-то здесь снова и появилось. Может, это уже моя страница как-то, ну, пока непонятно, что у нас здесь. Ладно. Ну, это как, вот. Вот, ну, здесь вот ваша партнерская ссылка. Вот, первое. Так, посмотрим, что у нас здесь дальше. Так, интересно, может, это у нас уже вторая ссылка. Так, зайдем на вторую, посмотрим. Так. А, да, вот видите, сейчас это уже не первая ссылка, а вторая ссылка, которая идут на регистрации, которые мы все смотрели, вот кликарту. Get started, вы даете там новым партнерам, вот он здесь нажимает. И здесь открывается вот эти данные, которые ему надо заполнить. И вот здесь вот ваш партнерский логин, чтобы ваш партнер правильно зарегистрировался. Так оказывается, что я нашла вот этот, который был первый. Это уже будет наша, как сказать, персональная страница. Но пока я здесь не вижу своего логина, но, наверное, он там появится. Так что... Так, сейчас еще раз смотрим. Так, первая ссылка это будет на нашу страницу, а вторая ссылка идут на регистрации, третья ссылка идут нам на вебинар там на английском языке, и четвертая ссылка тоже на вебинар, но пока по вебинарам я не могу вам сказать, что и как там. Так что партнерам, если вы регистрируетесь, тогда вам надо брать вот эту вторую ссылку, вот где который вот открывается, как я сейчас уже не показывает, открывается как это, где вот эта желтая кнопочка, где можете регистрировать своих партнеров. Так, идем дальше, так это мы посмотрели. Сейчас еще один раздел, это Payments, это раздел, где мы управляем своими деньгами. Payment settings, вот здесь тоже у меня есть отдельный видеоролик, как вам открыть GPG систему, чтобы вы могли вывести деньги. Если вам уже открыто, тогда вам всегда надо вот зайти здесь, потом нажимаем на эти синие кнопочки два раза, и открывается нам уже этот система GPG, где нам надо вводить пароль, который мы выбрали, когда мы эту систему регистрируем. Ну, как я сказал, там есть мой отдельный ролик,
как зарегистрироваться на систему GPG. Вот этот ролик находится на нашем сайте, командный сайт ProRIL на разделе обучения. Вот здесь видно, уже я первые деньги там получила, первые деньги я уже вывела на свой банковский счет. Так, сейчас идем обратно на страницу нашу компании. Так, еще здесь пока не работает регистр payment, там, когда нажимаете, там вы будете видеть свои деньги заработанные, но пока там идут работы, я тогда не буду нажимать, потому что там не работает. Биллинг, что у нас находится на биллинг, сейчас посмотрим. Биллинг, здесь видно, вот инвойс, видно все заказы, которые я делала, ну, которые я там купила, вот какие папки, примерно Prime, это этот 9.95, я оплатила еще два раза, я купила кредиты, вот это все здесь видно. Второй, вот здесь payments, метод, там вы можете настраивать вот эту, ну, или убрать вот свою кредитную карточку, вот если вам это не нужна, эта кредитная карточка, тогда вы здесь можете убрать, нажимаем на delete, а если вы хотите какую-то новую карточку добавить, так нажимаем add new, и здесь вот вводим то же самое, вот данные вашей карточки, вот, принимаем условия и нажимаем submit, и ваша карточка будет добавлена в систему. Так, что у нас еще? Так, billings мы посмотрели, settings мы уже смотрели там в самом начале, вот, binary settings, вот как я сказал, здесь надо свои нога настроить на бинарную структуру. Здесь пока эти настройки, сколько я понимаю, то здесь не работает, только будем видеть, что вот здесь тоже мы можем что-то там настроить, вот эти по этим всем нашим, там по eBay, по Bonanza, по Amazon, но там мы ждем эти ролики на русском языке, чтобы мы правильно эти все настройки сделали. Об этом и было все, что я вам сегодня хотела показать и рассказать. Когда будет еще новое обновление, тогда сразу я буду записать новый видеоролик. С вами была Дайна Байкова, команда ProRIL, компания Infinity.